мужских полуфинала. И первая встреча между греком Каленикосом Криангой в конце октября. Кубки мира, который проходил в Льеже. Жану Мишелю Сееву, которого питерские зрители тоже видели и помнят по прошлогоднему выступлению. Ну а что касается Каленикоса Крианги, то он прошлогодний авантюрно. Нет, очень часто проходила эта комбинация во главе с упомянутый уже Филипп Готьен. Теперь Каленикос Крианга прежде всего известен тем, что здорово играет слева, подчас незаметно навстречу вращению соперника. Выступает за один из французских клубов, сильнейший клуб Старого Континента, четырех последних лет, Шарти Смирнов. 7-7. Концовка перехватила инициативу. Успех. Нет, здесь не отдаст уже грек. Греческий теннисист очень нравится российской публике. Еще в прошлом году многие за него болели. Выходец из Румынии, родился в городе. Две предыдущие партии грек также выиграл. Ему наставление его очень мощно играет Крианга. Точно положить в линию мяч. Здесь не доиграл и перехватил инициативу Крианга. Я думаю, без вариантов. Уже мог он убить, что называется, этот мяч. Иначе ничего не получится. Патрик Шила. 3-3. Его подача. Ну и Даиг попятился и ногами уже. С 69-го года рождения этот спортсмен. Старше он своего соперника на 3 года. Вот. Эмоции постоянно. Заводит себя постоянно. Ну, 7-7. Уже на столе. Сукрианги и его выхода в финальную стадию турнира. Он одолел Адама Линднера, во втором Максима Шмырева нашего, в третьем Роберта Свенсона, затем Жана Мишеля Сейва. Ну и вот теперь Патрика Шмырева.